вызвала Uber, и приехала машина. Я стою, жду, и там машина какая-то подъезжает. И из машины выходит мужчина и говорит: «А у вас такой-то номер?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Садись, у меня просто другие номера». Я такая: «Ну, у него просто другие номера», и села, прикиньте. И я еду вообще, а я реально вообще в такой безопасности ощущаю, что-то вот еду, переписываюсь, у меня что-то по работе. И он говорит: «Можем на заправку заехать?» Я говорю: «Да, мы заехали на заправку». Я сижу, продолжаю переписываться, я вообще не обращаю внимания, что он там делает, сколько времени прошло. Мы едем дальше. Он говорит: «Можем на заправку заехать?» Я говорю: «Так мы только что заезжали на заправку». Он говорит: «Да, но я пописать не успел». Я говорю: «Ну ладно, мы заезжаем на заправку». Я уже начинаю нервничать, я начинаю смотреть, я вижу, что он открыл багажник, что-то закрыл багажник, куда-то ушел. Я понимаю, что у меня машина с другими номерами, что вообще, если что, у меня как вообще возможно, как можно меня найти? И я не ушла, потому что уйти — это невежливо.